Погнали, запустился. Ура, я запустился. Я родился, я запустился. Вот так вот сейчас сяду. Так, ну погнали дальше. Двадцать шесть FPS. Ну да, слабенько, слабенько. Ну, надо это сейчас поиску поднять, что-то слабость, видимо. Опа. Так, едем с вами. Привет, дорогие зрители. Это мой YouTube канал и мой Twitch канал. Я Ваня Меладзе и веду летсплей по American Truck Simulator. Мы проедем через Flagstaff. По трассе 2089 до Пейджа. Везем с вами мы. Что мы с вами везем, дорогие зрители? Давайте посмотрим. Как посмотреть-то, подожди. Подъемник 15 тонн везем. А что платят? 20 тысяч долларов. 20 тысяч долларов платят, вы представляете? Это большие деньги, я считаю. Я бы хотел сразу получать 20 тысяч долларов за доставку. Можно было бы сразу не работать уже. Сколько? Год. Одну доставку сделал. Год не работаешь. Какая жизнь прекрасная, да? Только вдумайтесь. Я на клаве, да. Без мышки на клаве и на пузе. Ноутбук лежит, который греется, и у меня пузо горячее. И ну, ноги тоже горячие. Ну, слушай, зато играем дальнобойщиков. Для атмосферы. Ну, понятно, это дома если такое сделать. Я-то сейчас в разъезде. В санатории отдыхаю, поэтому. Сам понимаешь. Летим на парах замечательного американского трака. Какое красивое звездное небо в этой игре. Вы не представляете, как приятно наблюдать за ним. Так, я так плохо вижу чат. Можно, наверное, сюда, в принципе, телефон поставить вот так. О, шикарно теперь вижу. Летим на всех парах по американской Roadway. Навстречу больших заработков. Везем с вами подъемник 15 тонн. Какой у нас мощный тягач, который нам компания дала. Еще и оплатят весь бензин по дороге, не надо денежку тратить. Кому скажи, никто не поверит. Дорога пустая ночью, очень хорошо работает. Тихонько, спокойненько, без проблем. Днем суета, пробки. Ну, мы сейчас летим по трассе, нас правда... Кто нас обгоняет? Нас трак обгоняет. Обалдеть, гляньте, слева летит. Какой скоростной мужик. Походу пустой едет. Сейчас в горку, наверное, скорее всего, не сможет меня обогнать. Глянь, в горку тянет. Обалдеть. Он пустой едет, 100%. Хотя тут 121 разрешено. А я еду 112. Быстро не еду, у меня очень большая ответственность за груз. ТТГ? Окей, не вопрос. Не вопрос. ТГшки все обсудим. О, светает. Рассвет. Давай, дорогой, давай. Доброй ночи. Какой красивый рассвет в Калифорнии. Романтика. Так, сколько там? 250 километров еще ехать. Нормально, в принципе, вполне нормально.
О, леса начинаются. Это мы куда-то вглубь въезжаем, в горы, походу, к горам едем. Сразу видите, как поменялась этот клип. Местность как поменялась резко. Были в засушливой местности ближе к океану. Теперь уже какие-то бугры, горы. Красота, природа невероятная. Так, сейчас направо уходить, да? Притормаживаем. Вперед Лос-Анджелес, а направо вот мы уходим, собственно, куда нам надо. К Пейджу, по-моему, если мне память не изменяет. Печки просто к вашему, правильно? Прикольно. О, привет, Ток. Привет, рад тебя видеть. Хорошего настроения. Присаживайся поудобнее, если кушаешь. Приятного аппетита. Отличного настроения. О, приехали. Приехали. Together. По-английски не помню, как это слово переводится. Спасибо, дорогой, спасибо большое. Поезд едет. Ага. Ага, двухэтажный американский поезд. Вау. У нас в РЖД тоже такие ходят, кстати, я видел. Класс. Все? Поехали. Поехали. Сейчас направо уходить. Угу. Это мы где с вами? Флагстафф. О, гамбургер Рея. Тут дядя Жора по-любому кушал 100%. Если в Америке есть гамбургер Рея, он 100% их пробовал. Я как только попаду в Америку, тоже буду дегустировать все бургеры. Ну, без мяса, правда. Хотя, если попаду в Америку, походу, мясо жрать начну. Настолько будет это круто, что я в Америке. Без шуток. Хотел бы поехать очень попутешествовать по штатам. Приехать и полететь в Америку, даже если визу получить туристическую. Арендовать кар, какой-нибудь джип, чтобы сзади можно было спать в спальнике или просто раскладывать сиденье. Кататься по Америке, останавливаться возле всяких супермаркетов или где туалет есть, старбаксов. Писить там, умываться там, какать и жить уже. Развалится? Да не, не развалится, ты что? Чего она развалится? Все нормально будет. Обязательно приеду к вам в гости, если будет возможность. Да, я понял, но я не помню, как это слово переводится. Я знаю, что есть песня у Beatles такая, с этим словом связанная, как будто бы. Ой, что-то мы с вами нарушаем. Надо притормозить. Блин, каких именно мошек? Закрой посильней. Да не. А, СССР 2.0. А, вместе, точно, точно. Все. Буду знать, как переводится твой ник. Ништячка. Сейчас я буду окно закрывать. О, какой рассвет красивый. Посмотрите вперед. Романтика. Держи примерно такие же стримы. Опа. Опа, приехали. Ухо зачесалось что-то. Сейчас, секунду. Пробка, небольшой затор. Тут однополосная трасса, видите. Будем дольше ехать. 170 километров осталось ехать. Да что такое? Ухо зачесалось неприятно. Ё-моё. Немножечко паузы с ухом связанной. Ой. Так, за рулем не буду отвлекаться. Все, смотрим вперед.
Везем груз. Дорогой тяжелый груз. Так, потом я окно закрою, кстати, и проверим на предмет мошек в этом в комнате, а то не кайф спать с мошками, конечно, вообще никакого желания нету. О, блин, микрофон воняет, его лучше не нюхать. Зато вам слышно хорошо, я в руке держу его, правда? Приходится в руке держать, чтобы комфортнее было. А? Не? Микрофон. Понюхал он слегка микрофон и чуть не задохнулся. Знаешь, я на него 2 года плюю. Поняла, да? Как он воняет от плевков. Ужас. Ну не прям плюю, естественно, микрофон не плюю. Это шутка была, если чё. Так, поехали скорее. Пустой круг. Ништяк. Успели по кругу проехать. Без приключений, без проблем. Это радует. 147 километров остается ехать. Гнать быстро не будем, потому что зачем нарушать? Там какая-то заправка, смотрю. Будем ехать, как всегда, по ограничителю. Так опять я разогнался. Сейчас в теории должно уже быть ограничение больше. Во, все, 105. Сейчас под 105 разобьемся. Тут однополосная полоса, 89-я трасса. Гористая местность, судя по всему, где-то рядом Гранд Каньон. Где мы находимся с вами? Гранд Каньон, я угадал, да. Слева Гранд Каньон. Мы едем в Пейдж. Да, надо отвезти наш подъемник, получить. Сколько мы там получим, я забыл уже. 20 тысяч баксов. Ну, как будто бы 25 тысяч. 20 тысяч баксов, это... Вид имеет заработок такой. Вид имеет. Сейчас. О, ой, что-то меня плохо видно, да? Все, поехали. О, какая красота, посмотрите налево. Стоп. А что там слева? Что-то знакомое. Палаточный городок какой-то. Ой, палаточный. Эти из дома на колесах. Видимо, какой-то мини-городок для малоимущих людей. Потому что если в Америке ты живешь в доме на колесах, ты считаешься меньше среднего класса. Как будто бы даже есть такие фургоны, фургонные города. Там реально фургоны стоят, тупо квадратные. Как эти, как для построек, как в Ростове, в России, когда строят дома ЖК, рядом ставят контейнеры, будки для работников стройки. А в Америке это считается самое... дешевое жилье для малоимущих граждан USA. Вот так что вот так. Хотя я с удовольствием бы поехал в Америку пожить, пожил бы даже и в контейнере, как говорится, почему бы и нет. Не понял. Фу, ты напугала меня. Это ты сделала заказ? М? Ты сделала? В смысле, как? Стоп. Не понял. Не понял. Это ты заказала? Блять, пиздец. Ёбаный этот, как я усрался. Я думал, меня взломали. О, бля. Я уже начал проверять. Ёбаный рот. У меня сейчас сердце чуть не встало. Я ебал. Меня ловили. Игра обалденная. Я 107 часов наиграл в Драк Симулятор. Второй это... В мере контракт симулятор поменьше. Нравятся мне дальнобойщики. Еще с детства дальнобойщики вторые нравятся. Нравились очень. Ух. Так, а что мне там написали в ТГ? Это, собственно. Боже, давно я так не усирался. Ух. Так, ладно, едем. Гранд Каньон у нас получается слева. Мы с вами направляемся в Пейдж. Осталось 100 километров, кстати, не так много по меркам американ-трак-симулятора.
Однополосная трасса, без напряга, едем за фурой. А чем привлекает именно American Truck Simulator? Слушай, ну это чил. Ты просто кайфуешь, чувствуешь себя за рулем громадной фуры, возишь грузы. Тут геймплей именно просто чилить на расслабоне, трассы гонять. Если был руль бы у меня, руль, тогда было бы еще полное погружение. Еще музычку можно подрубить какую-нибудь, понял? Ну тут по фану делается, для фана, для удовольствия. Ни о чем не думаешь и просто получаешь удовольствие от игрового процесса. Это как, знаешь, как кто-то по пыпе лопает, кто-то любит, не знаю, крутить спиннеры. А я люблю крутить баранку, фуры. Чувствую себя большим таким дальнобойщиком, весом там 100 килограмм. Такой потный, вонючий, который зарабатывает почти лям рублей. Тысяч, там 10 тысяч баксов. 10 тысяч баксов в месяц зарабатывает. И получает безумное удовольствие от жизни. Может себе все позволить. У него большая фура, в которой он живет. Ой, романтика. Американская романтика. Да не только американская. В принципе, любого дальнобойщика. И работать на большой фуре, получать большие деньги. И ни о чем не думать. Наслаждаться этой прекрасной жизнью. Катить, крутить баранку своего прекрасного аппарата. И мечтать о великом. Геморрой без него никуда, к сожалению. В работе в сидячей, да. Обязательно покупать специальные эти свечи анальные от геморроя. И быть профессиональным дальнобойщиком. Не имея даже геморроя. Все нормально, все нормально. Так, там подъем гору, притормаживаем. Две фуры впереди нас и легковушка. Не будем сильно гнать. Держим дистанцию. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Ух. В гору уже тяжело. Мы почти уже на подъезде к пейджу. Это не может не радовать. Сейчас мы преодолеем гору. Перед городом. Облепиховый? Не, у меня пока опыта не было. Ну, слушай, на будущее я не знаю даже где покупать лучше. Наверное, какие-нибудь натуральные покупайте себе вдруг что. Для профилактики. Чтобы трещин не было, всех этих проблем. Ой, как представлю. Даже лучше не буду представлять, пожалуй, ладно. Так, что там с ограничением скорости у нас? 56. Но фура впереди, конечно, медленно едет, потому что она большая, тяжелая даже. Так, там впереди что виднеется? Мост. Плотина, мост, не пойму. А, это мы по мосту сейчас поедем. По большому массивному. Вон он, мост. Притормаживаем. А, не, мы по мосту не поедем. Вон там мост. Чё там? Короче, нам туда не надо. Ну какой Ford Mustang крутой. Видели? Кайф. Пробка тут, затор небольшой на повороте. На выезде из города. Опа, Алекс, привет. Так, заправочка. И, собственно, мы приехали в пейдж. Не доезжая до пейджа, у нас тут... Вот тут у нас... Это компания, видать, или я не знаю, что там такое. А, ты написал, типа... А, привет, да, привет. Здорово. Да, нужен, конечно, руль. Ну, я так чисто начали на расслабоне. Летсплей снимаю для своего прекрасного YouTube-канала. Мы молодцы, мы отвезли груз. Почти прокачали 11 уровень. Так я еще и в поездке. Куда мне с рулем? С руль. Так, что у нас с персоналом? Они не работают, они бесполезны абсолютно, эти персоналы. Так, карьера. Мы отвезли сегодня с вами два подъемника. 15 тонн. СМР-дальнобойщик, да. В общей сложности проехали 600 километров. Потратили 7 часов. Доход составил 35 тысяч долларов.
Неплохо. Потратили 6 дней. 16 дней написано. Игрового времени. Вот это да. Вот это да. Нехило. Этот летсплей подошел к концу, дорогие зрители. Подписывайтесь на канал, не забывайте прожимать колокольчик и ставить лайки. На Твиче зафоловиться и спасибо всем, кто был. Прекрасного вам вечера и отличного настроения. Загрузим все на YouTube, все видосики, архивы. На Твиче и все трансляции тоже загружу. И еще и шорты позагружаю в YouTube. Не то, что в Яндекс.Доставке, да. Завтра будем другие игры играть. Буду по часику уделять разным играм и загружать их на YouTube. Стану популярным. 11 лет не вел YouTube. Наконец-таки стану скоро популярным мужчиной. О, видали, как я умею? Опа! Магия. В доту поиграем. У меня есть дота. Завтра скачаю. 40 человек резко появилось. Онлайна. Ну, ничего страшного. Да, я оффаю. На YouTube выгружу. В Twitch выгружу все видосики. Берегите себя и близких, и до новых встреч. Спасибо, кто был на летсплее. Всем доброго вечера. Так я уже стримил Майнкрафт 1 час. Завтра в Пятигорск поедем. Быбышенька.